Начались гонения на пророка и на его последователей. Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красное что-нибудь? Thank you.
Там внизу вода. И, похоже, очень много. Золотая монета с изображением города. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Икона пророка, отлитая из золота. В городе начали развивать свой стиль, но икона все еще очень похожа на византийскую. Наверное, это часть механизма.
Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Бочка с маслом. Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется. Это цистерна. На стене отметины. Уровень воды менялся.
Этого масла хватит с избытком для освещения нижних коридоров. Только везите его осторожно. Оно легко испаряется. Мы еще не довели до ума технологии очистки. Ты сразу узнаешь того, кто руководит строительством. Мы все его знаем. Без его познаний никто из нас не пережил бы трудный путь. Не задерживайся там. А если он спросит о своих жене и ребенке, притворись, что ничего не знаешь. Он все никак не смирится с их гибелью и ждет, что они прибудут со дня на день. Нам очень нужен его гениальный ум. Боюсь, если он поймет, что произошло, мы его потеряем. Снова препятствие. Как же мне до туда добраться?
Древняя рукопись о дарах Земли.